Владимир, да. А кого нужно держать рядом? Друга или врага? Слушайте, это же не скотина, чтобы кого-то держать. Держите себя при себе и своих близких. Друзья всегда сами будут находиться в вашей орбите, настоящие друзья, и всегда будут помнить о вас, и вы о них будете помнить. А врагов надо просто чуть поближе подпускать, чтобы, если что, мочить посильнее. Вот и все. Поговорка же есть такая, держи врагов поближе.